похвалены первоначально, мы относимся к Министерству природных ресурсов за помощь, которую он нам оказывает, за те образцы, которые мы от него получаем. По-моему, скромно. Дело в том, что я должна отметить, от этого человека образцы попадают всегда с детальным описанием и химическим анализом. Сегодня он передает в дар музея очередной образец, и так, извините, анализ еще не готов. То есть, вот знаете, побольше вот таких вот пополнений фондов, когда все изучено, все описано, все уже препарировано, обработано, вот знаете, вам храните, сохраните, передавайте и горите. Я хотел, чтобы было в музее побольше помощников. Вот. Спасибо. Без коммерческой жилки. Вот. Да. И чтобы они каждый год там что-нибудь интересное, новое принесли и пополнили. Ну, мы постараемся пополнять. И штат должен быть побольше в музее. Ну, это надо говорить уже не здесь, наверное. Почему? Потому что на такой огромной территории заказника, такое количество штата, это очень-очень важно. Что-то мало. Они просто не успеют даже побывать когда-нибудь за свою жизнь, каждый, так сказать, это закрыт. Вот. Ну, вообще, конечно, я благодарю Волохина Сергея Леонидовича за помощь, которую он нам оказывает каждый год. Ну, я тут представляю одного себя. Значит, мы работаем уже 3 года на территории заказника и в смежных территориях по изучению редких минералов, редкоземельных, редкометальных минералов, совместно с МИАСом. Института минералогии Уральского отделения Российской академии наук. И вот Сергей Леонидович бросает все свои дела и нам помогает. Привозит, увозит экспедицию по дебрям. Иногда, значит, все ломается, иногда перевертывается что-нибудь по дороге. Но тем не менее, значит, вот эта помощь просто невосполнима бывает. Вот это все тоже важно, когда приходится работать в условиях бездорожья и плохих коммуникаций. Нет радиосвязи, нет электроэнергии нигде в этих уголках. Приходится все, так сказать, с собой вещать. Ну, может быть, я слишком уже много поговорил. Извините. Спасибо. Ну, в своей работе, спасибо вам большое за теплые слова, в своей работе музей стремится к тесному сотрудничеству и с внешкольными учреждениями. Thank you.